Всем здорово, друзья! Мы захватили базу и отправляемся домой. Но для этого нужно зацепить прицеп и отправиться домой и уже строить там базу. Проезжают какие-то байкеры, они, походу, нас не заметили. Или заметили? Нет, походу, заметили, пытаются уже отстреливаться. Нет, мы быстренько цепляем прицеп и погнали на нашу базу. Будем отстраиваться, будем строить базу и будем укрепляться. Конечно, от бандитов, от зомби. Вот наш прицеп. Пардон, мы его задавили. Его задавили, мне нужно зацепить как-то. Так, все готово? Нет, не готово. Нужно хорошенько врезаться прям задним ходом. Не отстреливать. Главное, что не попали в мои колеса. Ох, нормально цепили. Погнали. Зомби атакует. Ой, тут слишком много, как набежало уже. Походу, что-то меня все-таки подстрелили. Колеса мои, походу, сдулись. Но мы едем еще. Еще одно колесо сдулось. Мы набираем скорость и погнали домой. Мы удираем уже, потому что патронов у нас мало, и, конечно, жизни тоже кончается. Уже скоро стемнеет, а ночью довольно будет опасно ходить. Поэтому пригороду. Так что едем обратно домой. Так, пардон, тебя задавим. Сколько разброшенных тачек, и я не могу тут проехать. Уже закат скоро, и будет скоро ночка. А ночью у нас, как известно, много зомби гуляет. И, конечно же, негодяй, который пытается нас ограбить. Так что едем домой, будем укрепляться, будем... выживших приглашать к себе, и будет у нас база самая крутая. Мы приехали домой. О, тут уже, походу, какие-то бандиты пытаются нас отстрелять. Мы должны... просто задаем его. Экономим патроны, просто отстреливаем. Приехали домой, и, конечно, можно разгружаться. Черт возьми, их тут много. Так, одного прям с мятком. Задний ход, задний ход. Так, ей задний ход работает. У нас есть еще оружие, и можно подстреливаться. Так, он лег. Так, он еще двое есть. Нужно выходить, конечно, и отстреливать их. Они пытаются захватить наш дом. Не тут-то было. Мы приехали себе домой и сейчас посмотрим, кто здесь хозяин. Где они? Так, какие-то взрывы, что ли? Взрывы привлекают, конечно же, зомби. Одного я снял. Где-то бегал еще с левой стороны. Так, а что-то он там бегает. Так, мне пытаются обойти с правой стороны. Нет, никого здесь нету. Идем вперед, идем к нашему дому. Всех вычищаем и всех уничтожаем. Так, тут никого не вижу. Нет, сзади, сзади бегает. Так, это зомби, не зомби. Не понимаю, кто это. Так, он готов. Это мертвый. Это тоже мертвый. Собираем патроны. Так, кто есть. Он тоже лег. Так, у нас с глушителем, чтобы наши зомби нас не слышали. Так, тебе в рукопашку. Так, отдыхай. Вон, ребята, еще отстреливаются. Уже от зомби отстреливается. Нашумели, накричали и прибежали много зомби. Так, готов. Третий готов. Сколько зомби здесь? Походу, очистили всех. Нет, он еще сверху ползает. Нормально лег. Пускай отдыхает. Зачистили всех и будем укреплять нашу базу. Прошло пару дней, и нашу базу построили. Да, нас было много, базу построили, довольно большая. И посмотрим, сколько здесь людей, сколько адекватных ребят, которые пытаются с нами выживать. В этом зомби-апокалипсис. О, ребята, работает. Сварочная работа, молотки работают. Оружие уберем, чтобы не агриться. Спокойно здесь все без оружия и все адекватные. Строим базу. Конечно, некоторые варят, некоторые молотком работают. Пытаются еще забить фундамент. Есть повадки, и, конечно, ребята отдыхают. После тяжелого дня они отдыхают, слушают гитару, и мы посмотрим, как они тут развлекаются. Привет, ребята, все нормально у вас? Все пучком? Кто-то пытается агриться. Это неадекватно, его нужно сразу уничтожать. Так, погоди, погоди, в рукопашку. Экономим патроны, пускай отдыхает. Возможно, утром проспится и будет просить прощения. А, возможно, не очухается. У нас тут есть костерчик, какие-то есть припасы. Много палаток, можно поспать, набраться сил и набраться, конечно, опыта. Рассказать какие-то байки, где были и что делали.
тут пытается забить фундамент. Да, новые стены ставим, ставим, укрепляем, и, конечно же, это против зомби. Зомби у нас тут нету, спокойно все ребята, все работают. Давай, давай, чувак, забивай гвозди. Хорошенько. Да, ребята работают, это реально круто. Так что эту базу будем укреплять, будем тут выживать, будем выходить за эту территорию и, конечно же, будем уничтожать плохих ребят. И пытаться... Ох, зомби, походу. Один все-таки превратился в зомби, и мы его вырубили. Мы его свяжем и будем его пытать. Нормально. Так, обошли всю базу, у нас есть какие-то еще припасы, кое-что у нас еще осталось, и можно что-то еще достроить. Мы, наверное, пойдем переночуем уже и утром вернемся к вам. Наступило утро, и мы отправляемся в новые приключения. И, конечно, мне нужны припасы. Припасов у нас мало. Найдем еще новых выживших, которые будут вместе с нами выживать и развивать эту базу. Мне нужно посмотреть, что у нас происходит в округе. У нас есть там дозорный. Я хочу сам залезть на крышу и посмотреть, где что у нас происходит и куда мы сегодня отправимся. Мне нужны новые приключения, конечно. Найдем где военную базу, и там возьмем много оружия и будем отстреливать зомби. Всех зомби истребим и посмотрим, куда мы сегодня отправимся.